Вчера ты еще был есть? Да. Я ведь сам был. Да? Да. Я сложил. Ну, у меня все брезы были нормальные, вот сразу. Не важно. Сейчас я спрошу, Бог. Вот такие, да? Подожди. Все, это были последние, да? По-моему, туда ты своих заправлял. Да, да. Ну, вот эти дюраши, у нас тысяч хорошая, да? Если будут запечатаны. Ну, вот так вот эти. Да, сейчас опять. Подожди, вот это хорошее. По 40. Верта, я вот это покупаю. Да? Да. Варта, да. Одна штука 40. Да? Варта. Одна штука 40 рублей. Ну что же за упакование? Упаковочка 160 рублей. Все, 160 рублей. Ну, у меня есть. Сейчас. Есть, да? Есть. Давай я дам, да. Да есть у меня. Куда все, хорошо. Только если посмотрю, может, там есть еще что-то. У Варта еще другая, 160 рублей. Раз. А вот эти я не помню, какие были. Ну это слабенькие такие, 125 рублей. Ну тогда они посмотрели, сколько они стоят. Ну не важно. Вот эти. По 90 рублей. GP. Сколько их тут? Две? Ну я смотрю, две только в этой самой упаковке. Ну если не дольше играет, добро беру. Ну вот эту. Варту 4 штучки возьмем, это нормально. Что это? Ладно. Вот эти варты в чили. Упаковочку. Батареечка. 160 за 40. А что за 40? Ну, у нас, чтобы подходило. Ну, то такие. За 40. Вот это приходит ценность. Угу. Ну, такие. Ну, да, ты такие. 10 рублей. Посмотрю я, ну, только мелочи. Деревчик. Сейчас я посмотрю. Найду, 10 рублей я найду. Ты все забрал. Слушай, дай его ключ. Все забрал. Они тут выставляются в сумме, а я не знаю, что они будут. Фирма хорошая. Ну ладно, идем. Нормально тебе хватит. Да, по крайней мере, у меня на я тоже с мамой когда садился. Устал? Устал? Кого? Устал, говорю. Ну, немножко, да. Смотри, мы с бульвара идем. Вот я и хотел так пройти. Кусочек дороги. Там садимся? Я там и сел. Потому что в середине срок нулевой суток. Это вы вам не получите. Все, я сегодня буду задавать. Есть такое. Сейчас мальчики вам все получите. Все, сейчас одну минуту. Все, девушки. До сегодня в 2 будет готово. Все, хорошо. Доброго дня. А давайте на тот стол, я понимаю. Я понимаю. А, понятно. Хорошо, хорошо. Какая разница? Ну, все 77 рублей. Ни в чем себе не отказываете. Удобно? Знаки зодиака. И минут 10 погулять. Курить не надо. Просто не курить. А мы не курим. Вот и я за них во всем. Сколько? 77? 77 рублей. Хорошо, хорошо. А вы у вас? Какая ли девушка? А такие нравятся. Да я вот не смотрю. Не видите. Она вот меня хочет разойти. Чуть-чуть. Это вам условно. Женя, да. Это я не могу. Вот так, вот так и живет. Вот так и живет. Хорошо, ну здесь не подойдет. Да я мелочь вам отдаю, у меня прям сердце стынет. Сережечка, вот возьми вот на двоечку. Вообще не дует? Ай-яй-яй-яй. Возвертайте. А как, вообще? Вообще нет. Ну что вы не... Я извиняюсь очень. Они... Я не знаю. Да. И вот ваша мелочь. Да, и вот ваша тысяча. Я очень извиняюсь. Это на следующей неделе. А будет ли она у вас больше? А вы знаете? Я записал этот ваш торговый, этот самый. Мне понравилось. Табаченко хорошо, интересно общается с клиентами. Та женщина. Да как? Вот там были такие, что-то кир, самый древний город, 150 рублей. Это конфеты такие или что это? Вряд ли за 150 рублей конфеты. Нет. Или это какая-то книжка какая-то открытая. Короче, когда добрый, я когда-нибудь, может, полазу. А рядом со мной, тоже книжный есть у нас. Ага, ну долго. Там, если тут есть, то и там наверняка, конечно. Да? Конечно, хорошая книга. Я просто о той книге говорил, хотел показать тебе. Это энциклопедическое издание. Какое тут в Крыму это издательство? Таврида? Нет, Таврия. Ну вот он вроде бы это местное издание, только не знаю, чтобы оно не стало этим, дефицитным. Не-не-не, оно не... Не, ну они могут выпустить 10 тысяч экземпляров, и там очень это раскупят, и все. И... Угу. Ну, может, сюда не идем, или идем сюда? Пойдем. Так нам надо магазин обязательно выпустить. Ну и все. Тут что-то далеко было туда. А может там обойдем и выйдем и вернемся? Ну, нам параллельно надо идти. Нас у меня не интересует. Добрый, идем все равно. Да нет, добрые цены для матери. Они же любят это, знаешь, мама. где-то тут, не важно сколько, нам сколько не... молоко стоит, да, сколько давай, давай. По 74 сдадим. Добро. По 74. Отлично. А давай я поменяю. Она поменяет. Ну хорошо, сейчас. Ты цены снимаешь, да? Ну так. Спасибо.